Понял. Звуки. Принял. Как неудобно говорить «в», когда это, ну, зубы грязные. Да просто говорит дыдырт, и все нах. Так, чё, я тогда запускаю, да, её первую создаю? Запускай, запускай. Так, загрузить. Сохранение, которое... Знала я это. Чего? Кого? Да, ну, это... Подписчик написал, а я взял... Это проёбщик. Ой, проёбщик, давай, грузи, запарил. Так, я тебе, короче, кидаю инвайт, все, я тебе отправил. Я принял. Красава, понял, принял, ебать. Так, загрузить. Групповуха, охуенно. Групповушка. А тут музон мутит, крутит. Так, вот. В эфире. И чё? Работает, а нет? Непонятно. А, ебать, точно же. О, ты тут. На, поебу. Да, да, а, ты улетел. Ой, какой гардероб. Да, бля, у меня стрим опять что ли не работает. Чё за хренотень с этим Saints Row? Когда стримы... Чего, ебать, такой? А, кстати, почему она, когда щучка, типа, пытается... О, ты, кстати, стреляешь в окна, и они не пробиваются. Это лазер. Хуя себе. Это в натуре лазер. Я стреляю лазером. Да, я стреляю. Ну, я понял, я вижу то, что вот на экран сразу. Нет, я не хочу отключить. Хоп, хоп, и чё? Экран. Что за лажа с этим Saints Row? Он меня просто уже бесит. Да ты просто глаз типа переподключи, йоу. Я его выключил глаз? Включил глаз. И? И нихера. Вообще все, все четно так. Я хамуха, ща я, короче, опять перезайду. Да, без да. З. Вот прям а ты чё, вышел, нет? Ты вышел, а то у меня... Я сейчас выйду. А вот всё. Держу. Так. Saints Row. Попытка номер два. Так. Мне тебе кидать инвайт? Да. Я скажу, когда. Мне надо проверить. Посмотрю, что тут есть. Урон. Красота, у меня игра просто берет, сама сворачивается. А из-за этого начинает тупить конкретно. Так. Урон как не снижает. Вот так вот сделать, все здесь. А, не трогаю. Операцию не останавливаю, перезапускаю. Ну вот я вижу, что ты заполнишь. Saints Row the Dirt. Дыдырт, Saints Row the Dirt. Да вот опять он берет и сворачивает игру. А у тебя автоматически альта боится, что ли? О, дурак по жизни. Ну, нормально, я 21 касик поднял. Хорош. Я посмотрю. Сейчас, по идее, это... Ну, я тебе кидаю инвайт. Тебя в лобби кинул. Сейчас. Погодь, потому что, скорее всего, придется опять перезаходить, блин. Но... Ты че, серьез ли? Серьезно, у меня вон тупо черный экран. Ахамуха. Скинь, стой. Скинь мне скрин, пожалуйста, с ФБС. Какой? С ФБС. Ну, сцена этого всего. Скинь скрин. Сейчас, ну вот сейчас я смотрю. ВК так скин. Ну, в Saints Row мне перезаходить или как? Ну, ты перезаходи и кидай. Ну вот, смотри, перезахожу в Saints Row. Давай, я тебе ВК что. Вон, у меня игра, как обычно, блин, заворачивается. Потому что ей захотелось вернуться. Ха! Короче, если я... Теперь все нормально показывает. Теперь все шик? Нет, но у меня экран, короче,
В уголку находится где-то. Либо ща к тебе зайду. Так, ну-ка я попробую настройки. Вон, там я вижу все. Графика. Оп. Применить. Нет. Привет, Вика. Ну, типа хз, у меня показано, что у тебя все нормально. Вот сейчас у меня показано тоже. Сейчас смотрим. Что там? Это вроде работает. В меню зайду. Так, в меню вроде вышел. Так. Я тебя, короче, сейчас сам это кину инвайт, окей? Чтобы мало ли это ломается. Нудный рабочий день. Я сижу, пишу, пробую и просто беру, вырубаюсь нахер. Ну, точнее, не когда саму программу писала, когда там нужно было параметры пересчитать. Халтурщик, сижу, блядь. Считаю, и просто... А? Халтура. Сейчас захожу. Все, цепляюсь. Я цепляюсь. Так. Сохранить и выйти. Или выйти без сохранения. Да бля, выйти без сохранения. Типа, чё сохранить? Стой, загрузить. Давай закрушай. Где мой? Давай подтверждай. Собрать, принять. Подтвердил. Ты чё, я внизу нахожусь. Все, я вошел. Давай. Я, короче, внизу нахожусь. Нет, ты типа, в смысле, ты уже на улице, что ли? Окей. Че? Так. Давай к этой бабице пойдемся в ФБР-ке. Давай. Ребят, со звуком все нормально. Стой. А ты сможешь меня поднять? А куда ты побежал? Стой. Я смогу тебя поднять. Да? А, тут же парашют есть, я понял. Тут же парашют есть, точно. Да. Типа, зачем через дверь выходить? Точно. Го. Я просто думал, у нее нет парашюта. Я поехали. За это окно, взял, мне его разбил, нахуй. Это вообще хата, блядь. Да. Мое окно, нахуй. Охуел, что ли? Это мое окно. Ты чё так подпрыгнул? Чё это было? Что было? Ты на задние колеса встал и полетел. Да фак. Какого хрена это было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, стой. Я сейчас, короче, вот так сделаю, а ты, да, давай. Я забыл, что типа через телефон можно. Да, я понял. Мне нужно худ выставить. Ой, бля. Хм. А расту. Чё там было? Это кабан. Ты понял, это кабаны стреляют. Кабаны? Где кабаны? Кабаны, которые типа как ФБР, только кабаны. Ну, которые как это, в таких железных доспехах или еще, ну, броня такая лютая. Ну, короче, предыдущая, да-да-да, на ком мы закончили, да. Когда Олег дебил на вертолет прыгнул. Хе, я понял. Надо мне хайповое, я знаю. Хм. Это, короче, кто-то сказать хотел, сбился с мысли. Что-то хотел сказать. Ну, в любом случае, мы отправляемся к веселому валету. А вот этот тип, кстати, ходит, кабан. Я его увидел. А чё они просто так ходят по улицам? Типа кабаны. Я думал, у них они... Они типа могут... Да. Ой, я гранату кинул, едь! Да не в гранату твою! Зачем ты в гранату поехал? Бля... Я случайно, короче, нажал на Q, у меня кинулась граната, и ты прям на нее поехал. Твою мать. Боже. Давай, дубль 2. Отличное начало. Так, а ты тачку вызовешь свою? Да. На хуя. А ты что, новую тачку что ли сидел? Да я украл у них и как-то сама появилась.
Да. Значит юмор, L значит логика. Да. К значит кабан, поехали. Мусора, мусора. Да, мусора. Помнишь, да, как это на ДР? Ууу, мусора сосать, хей. Потом это ППС-ка так и обращает, мусора. Мусора. Так, я пока помолчу, пока катсцена. Что происходит? Зачем моя тёлка танцует возле РПГ? Вот логика. Где они есть? Они вещают с неизвестного места. Так, блять, укажи их. Вот просто все. Го. Погнали. Какой что? Помойка что? Да Бёрн открыл, короче, как помойка какой-то в нос отдала. Я теперь даже не знаю, как это пить. Пс, Бёрн помойка. Блин, у меня патриков мало, кстати. А, лол, а мы, кстати, во время миссии же не можем, да, закупаться? Ага. А, ну нам все равно на вертолете. По идее, можем. Хорошо, что ты левее не поехал. И типа, когда я не задавил меня. Го. Хорошо, что ты хоть гранату не бросил. Под вертолет. А, окей, это ж я вожу. А, понял. Ты ж водила по жизни. Ярик водила 3000, блядь. Поехали. А чё дверь не закрываем, блядь, алло? А нахер надо? А, она там ноги вытащила, я понял. А дверей-то там и нету, чувак. Да есть, вон. Нету дверей. Вон есть дверь. Ну, блин, где ты сидишь, а где эта тёлка сидит, там нету дверей. Погоди, нам на крышу, да? Да. Всё, понял. Твою мать! По нам уже стреляют, ты чё? Стой, давай приземляйся. Это кабаны. Это кабаны? Короче, прыгай. Я не знаю, как приземляться, я прыгаю, ебать. Я уже прыгнул, открыл парашют. Да чё? Эта дура тоже выпрыгнула, она сдохла. А она говорит, садитесь в вертолёт. Ой, бля, ГГ, ГГ, ГГ. Это ГГ. А ты где? А ты где, ебать? Оживите, братка. Мочи их, короче, там. Ой, я случайно упал. Да короче, го заново. Как такую миссию можно всрать на... О! Ну типа она... Стой. Ты умеешь управлять самой... Да. Стой, да я внизу остался. Я думал, опять я водила. Да садись, мать твою. Что? Я выпал, у меня лоу хп. Почему у меня лоу хп? Да не садись ты на меня. Ты не на меня садись, твою мать! Все, поехали. Полетели, блядь.